Здравствуйте. В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Не самая простая финансовая ситуация сохраняется в некоторых странах и по сей день. Да, и поэтому вдвойне приятно и хочется поблагодарить болельщиков, что они все-таки находят возможность прийти на стадион и поддержать свои команды. Первый удар по мячу, и игра началась. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч перехвачен. Плохо сыграл.
Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебя.